Здравствуйте, коллеги. На ваших экранах ProDexpo 2022. Рядом со мной новый интересный спикер с очень интересной продукцией. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Лупанова Галина Владимировна, директор по маркетингу Новосибирская птицефабрика, Сибирский федеральный округ. Расскажите, пожалуйста, сразу, что делает ваша птицефабрика? Мы предприятие замкнутого цикла. Мы занимаемся полным циклом от выращивания до полной переработки. Все, что касается мяса птицы. В нашем регионе и по Сибири это охлажденная продукция из мяса цыпленка бройлера. И все, что касается переработки, колбасы, полуфабрикаты различные. Сейчас мы начали продвигать продукцию дальше. Мы вышли за свои пределы. Сетевой ритейл у нас закрыт полностью, в смысле, что мы уже там присутствуем. Фирменная торговля хорошо развивается. Решили выйти за Урал. Но за Урал с охлажденной продукцией не пойдешь, потому что сроки годности короткие. Поэтому все, что касается глубокой заморозки, все мы привезли сейчас на эту выставку. Это если чем будете удивлять, чем будете радовать? Достаточно сложно чем-либо удивлять в наше время, потому что все придумано давно за нас. Но все-таки есть какие-то вещи, которые мы для себя считаем уникальными. В нашем регионе не первый год мы активно реализуем плесковицу. Такое сербское блюдо, которое мы воплотили у себя. Это большая котлета, которую можно приготовить как на гриле, так и на сковородке. Мы привезли сюда небольшой ассортимент с точки зрения просто демонстрации для того, чтобы наши потенциальные там дистрибьюторы могли с нами познакомиться. Пельмени, манты, хинкали. Есть такой замечательный продукт, как курники. Это круг... Сюда не принесла, на стенде он есть. Это круглый пельмень с выемкой, куда можно разместить маслице при подаче. Такая, собственно, можно сказать, уникальная вещь, которая вот пока представлена только у нас, но думаю, что так как патент тоже наш, вряд ли у кого-то она будет. Помимо этого, все, что касается филе, стрипсы, шницели, любые отбивные. Вот все, что можно сделать из цыпленка, все это у нас есть. Более того, мы работаем под потребности клиента. То есть если у кого-то есть какой-то запрос, как на СТМ, так и просто желание там, реализовывать нашу продукцию под нашим брендом, но что-то, чего мы не производим, мы достаточно мобильны, поэтому мы любые запросы реализуем. Абсолютно исчерпывающе. Единственное, хотел пожаловаться, что после такого разговора невозможно говорить дальше, потому что вы так вкусно рассказываете про маслицы, про большие котлетки и все. Я понимаю, что сразу захотелось попробовать сделать большой перерыв. Приходите к нам на стенд, только нужно время говорить. Мы обязательно вам что-нибудь приготовим. Ловлю на условие. Спасибо вам огромное. И вас благодарят абсолютно все наши коллеги. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, все пройдет так, как нельзя лучше. Спасибо большое. Всего доброго.